Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки, мы сегодня снова сели на проекте Machine Holy Play. В этом ролике я вам расскажу, как можно заработать миллионы с помощью семьи. Это очень интересный способ, я думаю, подобное видео еще никто не записывал, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также не забывайте вводить промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Поэтому вводите и зарабатывайте как бы деньги. Начнем, я думаю, с того, как вообще заработать эти ваучеры. Ваучеры семьи. Именно с помощью ваучеров я вам покажу, как можно зарабатывать реально миллионы. Реально там 10-20 миллионов в месяц спокойно можно будет зарабатывать, если вы хорошо будете знать, что делать и заниматься этим делом. Короче, как зарабатываются ваучеры? Пишите в меню, получается. И ваучеры можно зарабатывать несколькими способами. Это выполнять задание. У нас вот сегодня все задания, в принципе, выполнены. После получения ваучеров здесь тоже, в принципе, все написано, расписано. То есть очень-очень много вариантов и способов заработать ваучеры. С этим проблем, в принципе, нету. У нас уже почти 1200 ваучеров. То есть ваучеры, в принципе, зарабатывать не так уж и сложно. В этом там ничего такого сложного, в принципе, нету. Если у вас уже есть семья, то, в принципе, я вас поздравляю. Легко будет это все сделать. И если у вас нету особняка, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что все без машин и особняков никто, конечно же, идти не будет. Самый лучший способ зарабатывать ваучеры, это именно набирать людей, и каждый час за большое количество людей в семье вы будете получать ваучеры. Так, в принципе, мы делаем. Вот у нас сейчас онлайн в семье 78 человек. Пол второго дня у нас онлайн 78 человек. Рекорд у нас был 110 человек. Нас никто не перебьет, я думаю, никогда. Поэтому у нас такая самая активная семья, самая топовая. Поэтому можете идти, в принципе, к нам. Также, пацанчики, мы тут недалеко от моего бизнеса. Можете как бы здесь закупаться. Цены очень низкие. То есть реально можете приезжать, закупаться там. Допустим, если вы там на рейды едете, либо еще куда-то, либо на ВЧ. Можете приезжать, так, броник под 10 тысяч. Оружие тоже очень дешевое, поэтому всем советую закупаться именно у меня в магазине. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, сейчас я вам расскажу самое интересное, в принципе, из-за чего вообще включил этот видос, как конкретно именно заработать. Вот получается наш особняк семьи, который находится в Батырево. Мы на него заходим, и что нам нужно увидеть? А нам нужно увидеть то, что у нас есть как бы склад, и там можно как бы разные материалы ложить там и так далее. С помощью склада и ваучеров мы можем реально зарабатывать очень большие деньги. Каким образом? Допустим, можем продавать патроны, там, материалы и так далее. Материалы, не знаю, можно продавать или нет. Как вообще нафармить это все? Просто пишите в меню, потом ваучеры семьи, обменник ваучеров, услуги. И именно здесь можно как бы поменять это все дело. То есть можно один ваучер поменять на 5 грамм марихуаны, один ваучер на 3 грамма, допустим, метамфетамина. Можно материалы тоже за ваучеры купить и патроны. И 25 ваучеров я поменял на ресурсы. То есть у нас теперь 19 тысяч патронов. Эти патроны я могу просто брать и продавать игрокам. На этом можно реально тоже неплохо зарабатывать. То есть за 25 ваучеров я получил 7 тысяч патронов, пацаны. 7 тысяч патронов, если продать, то это получится, ну, 1500, наверное, мне кажется. Я точно, пацаны, не знаю, я не интересовался, но я думаю, примерно это будет 500 тысяч, может быть, даже больше. Допустим, метамфетамин. Я не знаю, допустим, 20 ваучеров. Поменяем на ресурсы, и за 20 ваучеров мы получили 60 грамм метамфетамина. Да, метамфетамин дороже, но мне кажется выгоднее ваучеры менять на патроны, потому что патронов много больше, то есть объем такой большой просто. Если, допустим, 1000 ваучеров поменять на патроны, это будет просто очень много, поэтому в этом плане это реально очень круто, я считаю. То есть с помощью склада вы можете тоже зарабатывать неплохие деньги. Но самая главная прибыль, которую можете заработать, это новая функция, которую добавили недавно. Она пока что не работает, но сейчас я вам покажу вообще, что это такое. Можно ваучеры менять на деньги, то есть один ваучер — это 10 тысяч рублей. Пока что это не работает, но я спрашивал у разработчика, он сказал то, что в будущем обновлении это уже добавят и это будет работать. То есть вы сможете реально зарабатывать нормальные деньги. Вот допустим, у нас сейчас 1150 ваучеров, за 1150 ваучеров мы получим 11 миллионов, пацаны. Да, накопить эти 1000 ваучеров можно, ну, примерно за месяц, я считаю. Да, пацаны, я выкупаю то, что большие затраты тоже уходят на фому. Это оплата,
оплата за людей, спаун машин там и так далее. То есть чистая прибыль примерно будет 5 миллионов рублей. Ну, с 10 миллионов чистая прибыль будет 5 миллионов рублей. Если вы будете зарабатывать ваучеры не с людей, а, допустим, там, с оплаты бизнесов, еще как-то по-другому, то есть, если я набираю много людей, то у меня уходит много денег, соответственно. То есть, я именно таким образом зарабатываю ваучеры. С помощью того, то, что принимаю постоянно людей, и у меня самый всегда большой онлайн в семье, и мы постоянно каждый payday забираем ваучеры. С помощью этого я зарабатываю эти ваучеры. Вы можете зарабатывать чуть-чуть по-другому, как вам будет удобно и выгодно. То есть я веду к тому, то, что Фома — это не просто там семья, в которой есть машины, там особняк, где вы общаетесь, а это еще такой мини-бизнес, с которого можете тоже неплохо заработать. Я считаю, то, что это очень круто. Я бы еще хотел вам посоветовать очень интересный бизнес. Я думаю, это будет всем выгодно, кто закупается ремками, потому что получается... Мой заместитель в семье, а именно Джон Смит, купил себе бизнес возле автосалона Лада. И как бы здесь ремки стоят по 5500. Давайте я вам покажу. Но не спешите как бы огорчаться, потому что для тех, кто свои из семьи люди, для них он всегда скидку ставит. Поэтому вы можете сюда приезжать, допустим, если вы из семьи. Либо если не из семьи, тоже можете к нему обращаться и просто просить его понижать цены и закупаться как бы по дешману. Я думаю, как бы эта темка полезна, потому что все-таки ремки — это такая штука, которая всегда нужна. Что бы я еще хотел рассказать? Как бы, если вам что-то непонятно, можете как бы писать мне ВКонтакте, либо еще там где-то, либо в Инстаграме, либо в комментариях. Я вам, в принципе, все объясню. Я конкретно зарабатываю ваучеры с помощью того, что принимаю много людей в семью. У нас в семье сейчас людей, сейчас покажу сколько, 609 человек у нас в семье, понимаете? Деньги уходят очень быстро. Мне как бы не жалко, потому что все-таки у нас топ-1 семья. Поэтому я бабок не жалею, я постоянно там по ляму в день закидываю, по 2 ляма, то есть бабки очень сильно уходят. Но я думаю, скоро добавят обнову, и хотя бы немножко я буду отбивать свои деньги, которые я трачу на семью. То есть я за все время, у нас уже семья там около 3 лет, я очень много денег потратил на машины, на людей там и так далее. Если в целом посчитать, мне кажется, получится около там 500 миллионов, если не больше. За 3 года я потратил на семью, поэтому, пацаны... Всем советую приходить к нам в семью, можете как бы писать мне ВКонтакте, обращаться ко мне в игре, вся информация есть в описании под видео. Заходите, играйте вместе со мной на проекте Amazing Holy Play, не забывайте вводить промокод. Всем пока-пока.